позвонила служба 123. Собачонка вот лежит в канаве, мокрая, уже несколько дней. Никто не может помочь. Малышка, а, моя хорошая, ты чья, а? Несколько дней, вот мы сейчас посмотрим ее. Никто не хочет помочь и не может. Моя девочка или мальчик ты, а? Кто у нас хороший? Кто у нас хороший? Сейчас я тебя вытащу. Сейчас, мой малыш. Сейчас. Несколько дней в этой канаве лежит. Посмотрите вот здесь, что творится. А? Никто тебя не вытащит, да? Болеешь? Сейчас я возьму что-нибудь и тебя вытащим, да? Вытащи. Моя хорошая, сейчас. Сейчас вытащим, возьмем что-нибудь, моя хорошая. Разве так можно? Сейчас я приду и тебя вытащу, поняла? Так как у меня помощников нету, мы сейчас попробуем тебя вытащить. Одел сапоги. Сейчас, малыш, сейчас. Сейчас мы заведем тебе веревку. Сейчас, мой мальчик и девочка. Сейчас. Стой. Не бойся, не бойся, не бойся. Сейчас, сейчас мы тебя вытащим. А? Давай вытащим, давай. Давай, малыш, давай. Давай, не бойся, не бойся. Так, давай. Ты не укусишь меня, нет? Нет, мой мальчик, нет, мой хороший. Сейчас надо тебя завести. А? Давай, заведем тебе сюда, давай. Сюда заведем. Ты же большой мальчик, да? Давай, давай. Вот молодец, вот хороший. Вот хороший. Сейчас мы... Хороший, хороший. Не бойся, не бойся. Сейчас мы заведем тебя, мой мальчик или девочка. Сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Не бойся, сейчас заведем. Не бойся, не бойся, малыш. Главное, не кусай меня. Понял? Не кусай. Давай, давай, мой мальчик, давай. Сейчас мы... Ты что, хотел укусить меня? Сейчас мы все это попробуем вытащить тебя, а, малыш? Затянем на петлю. Так, на петлю, потому что можешь соскочить. И вытащим тебя. Несколько уже дней он здесь лежит. Сейчас, малыш. Помощника у меня нет, поэтому приходится одному. Сейчас, малыш, давай, вытаскиваем тебя. Давай, давай. Большой песик, но ногами не ходит. Сейчас мы переведем. Вот, смотрите, пес очень большой, вот, но ногами не ходит почему-то. Ты почему ножками не ходишь, а? Почему ножками не ходишь, мой малыш? Давай мы тебя еще подтащим. Давай, давай. Что у тебя с ногами случилось? Нельзя кусать, кусать нельзя, нельзя кусать. Вот, поднимайся, попробуй. Сам он не ходит. Значит, нужен... Сейчас мы что сделаем? Намордник попробуем, чтобы изолировать его от укусов. Вот. Дальше я камеру выключу сейчас. Вот. Так вот получается у нас. И попробую перенести, перетащить. Да? А? Ты хочешь укусить меня? Намордничек тебе сейчас сделаем. Лежи пока. Понял? Камеру я отключаю, пойду за намордником и попробуем перетащить его в машину. Он грязный в канаве. Канава здесь сточная. Видите, вот она сточная. Здесь он лежал, лежал сколько дней. Течет водичка, все. Вот. Но спасать надо его. Попробуем отмыть немножко. Дальше я камеру выключаю пока. Будешь баловаться. Давай мы оденем намордничек, давай. Оденем, мой мальчик, намордничек. Оденем? Давай оденем. Давай оденем. Давай, 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 давай. Стой, стой. Давай оденем. Сейчас мы разогнем чуть-чуть его. Личико тут толстое. Одеваем намордник, одеваем. Давай, давай, давай. А то тяпнешь меня. Стой, стой. Вот. А потом тебя помоем хорошенько. Сколько можно, то ты тяпнешь меня. Комарья полно. Так.
Вот так вот. Чтоб ты не тяпнул меня. Так, что-то у нас с этими застежками. Ну-ка, все, малыш, теперь помоем тебя немножко, а то в машину как ты сядешь? Вот комарья, по-моему. Сиди. Сиди, не бойся. Сиди, а то опять свалишься. Опять туда свалишься. Сейчас я тебя помою, хоть чуть-чуть сполошну. Грязь какая. Ты посмотри, в болоте сидел. Сиди. Сиди, мой малыш, сиди. Вот так вот. Хоть немножко тебя. Вот, грязи все. Комарья полно. Несколько дней. Видать, что-то с ногами у него было. Теперь что сделаем? Сейчас мы что сделаем? Попробуем накинуть, открыть машину и тебя туда затащить. Понял? Понял, малыш? А? Ну чего ты боишься? Тяпнуть хотел. Сейчас мы тебя вытащим, все сделаем. Прекращаем пока съемку. Схожу я за тряпкой, попробую перенести. Или по кого-то попросить. Сейчас на покрывало тебя затащим, ты уже так не укусишь. А потом пойду за помощью, чтобы перенесли. Понял? Пойдем, давай, мальчик, перетащим. Вот, молодец, ложись там. Ложись. Вот, молодец. Сейчас мы тебя перетащим на покрывало. И, может быть, кто-то поможет. Ложись, иди сюда. Иди, ложись. Ложись, давай я тебя возьму. Иди сюда. Вот так вот. Вот так вот. Все, молодец. Сейчас мы тебя перетащим. Вот, молодец. Помогай. Молодец, давай лапки. Что-то... Тихо. Что-то у тебя задняя часть не работает. Сейчас, обожди. Вот так вот. Все, ложись, мой малыш, ложись. Сейчас поедем с тобой. Сейчас я попрошу кого-нибудь, и мы с тобой поедем. Опять я съемку прекращаю, пойду за помощью, и потом тебя перенесем. Понял? Перенесем, мой малыш, перенесем. Так, все. Я думаю, на этом заканчивается основная спасательная. Нельзя открывать. Ты зачем открываешь? Нельзя. Намордник снимает. Ладно, сейчас пойду за помощью. Не снимай намордник. Нельзя снимать. Сейчас скажу побыстрее. И дальше мы прекращаем вообще съемку и быстренько. Вот. Наверное, улепетаем. Так, люди добрые помогли загрузить. Находится у меня в машине последние съемки. Дальше мы едем домой. Все. Малыш, а? Ну что ты? Что ты, а? Все, едем домой. Это наш вчерашний пострадавший. Ему около 20 лет. Помыли его сейчас. Немножко подстригли. Хозяйка не очень его жаждает взять. Предложение сделала, может усыпить. Вот придется его оставлять здесь. Если кто может помочь на содержание, на лечение, будем подлечивать. Он старенький, добрый очень. Поможете, кто сможет, будем содержать его. А жил он на улице, речная, нашел я его. Вчера вытащили из грязи, из канавы. Наверное, не ходит. Сейчас посмотрим, подлечим что-нибудь. Хороший пес. Вот и закончилась наша эпопея с ней. Наверное, проголодался. Сейчас дадим ему кушать. Ну-ка, держи, мальчик. Держи. Вот. Утром кушал, давали корм, все давали, и сейчас кушает. Судьба старческая, тяжелая. Все хотят усыпить.
никому не интересно докормить. Хотя в самого все переполнено, и во дворе везде, даже на улице. Везде все переполнено. А он лежит возле гаража у меня. Если кто хочет, может взять его на содержание. Я буду очень-очень рад докормить. Сможет что животное? Хороший пес.